Голкипер футбольного клуба «Союз» Алексей Власов в четвертый раз будет защищать ворота сборной России в мини-футбольном турнире на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые пройдут с 26 августа по 5 сентября в Нью-Йорке. В 2006 году в Бразилии мы выиграли первое место. В Австралии мы заняли четвертое место. В 2009, по-моему, мы ездили в Америку. Во Флориде мы заняли первое место. Алексей с юных лет занимается футболом. Теперь он мастер спорта, но даже будучи умелым вратарем, не упускает ни единой возможности совершенствовать свое мастерство. Там, где я служу, у нас есть команды, которые достаточно хорошего уровня в мини-футболе. Там занимаюсь, то есть вот везде так, как бы пытаюсь поддерживать свою физическую форму. Всемирным играм полицейских и пожарных он готовится со своими одноклубниками. Будем надеяться, что Алексей в очередной раз поможет сборной страны выступить на высоком уровне. Виктор Бондин, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».